Всем привет! С вами снова я, Лена Нифонтова, и это мой канал Радуга ТВ. Сегодняшнее мое видео о моем шестом личном дневнике, уже вторая часть. Он уже закончен, и если же вы не смотрели первую часть, то посмотрите, а потом уже переходите к этому видео. Так, и да, в прошлом видео я забыла сказать такую некую предысторию дневника, так как видите, тут такая наклеечка, и сзади вот такое сердечко. Они приклеены тут не зря. Я поначалу хотела сделать его на замочке, то есть вот оторвала от скрепки вот такие вот штучки и приклеила их вот так вот. И туда вставляла бантик, делала на резиночку, но потом резинка оборвалась, вечно замочек отпадывал, и поэтому я решила сделать на ленточке замок. Или было все наоборот, я не очень помню. И вот я прикрепила, то же самое, я решила все, сдернула это все и оставила так, все. Да, мы остановились на так, вот этой странице. И да, кстати, тут я в этом дневнике писала, когда я была в Париже, во Франции. Так что, надеюсь, вам будет интересно. Тут вот такой вот скотч, который мне подарила Аня Ахтариева. Ей большое спасибо. Моя подружка из школы. Тут Hello Kitty, Эйфелева башня. Ну, да, я еще не в Париже была, я потом скажу, когда я уже в Париже буду. Тут вот маска такая, вырезка и наклейка. И тут вот я написала ярмарки, так как я ходила, ну, а летом не хожу, потому что у нас нету. Написала ярмарки, когда у нас были, когда приходить можно было. Ну, там можно приходить, можно нет. И вот, в общем-то, и тут чек. Это мой первый коллаж за всю историю личных дневников. Да, вы, наверное, видите, это и скотчем так криво-косо обклеила. Ну, так наклеила много очень красивых всяких вырезок. Давайте я вам поближе покажу. Очень красиво, мне кажется, получилось. Так вот. И вот это кармашек. В этой кармашке... Так, больше ничего нет. Вот такая вот лавиз. И тут три таких рисунка с такими стикерами. Сейчас вам покажу. Первый рисунок, который я нарисовала, это вот такой вот Майнкрафт девушка. Ну, я не знаю, девушка. Потом это был такой вот Женя из Майнкрафта. Нет, это просто нету никакого видеоблогера Женю. Просто я сама придумала, скинула и все такое. Я раскрашивала фломастерами из Экспресса, которые с ароматами, поэтому я их сделала вот эту штуку, потому что они жутко воняют. Но очень хорошо пишут, это типа дудлинг. Ой, жесть, как они воняют, это вообще. Вообще не советую покупать все фломастеры в Экспрессе, которые такие с запахом, такие толстые, их там штук 6 или 5 в наборе, я уже не помню. Так, и все вот в таком вот кармашки. Потом это был вот такой коллаж из вырезок этого ритуаля. Но у меня не получилось, потому что начала обклеивать скотчем. И да, у меня там все пошло неровно, весь лист разорвался, он оторвался от личного дневника. И, короче, не очень классно. И потом вот такой рисунок. Вот тут вот запись за 14-12-14, то есть 14 декабря. А тут 6-02. Просто такой рисунок вложила мой. Да, может, не очень получился для вас, и вам вообще не понравится, но для меня это нормально. И потом тут два таких стикера и вот такой рисунок. Да, тут оформление не очень, сейчас оформляю намного лучше, я не знаю. Я сама удивляюсь, как я оформляла. Тут два таких стикера, как я уже сказала. Тут на этом я написала, появилась завались проблем и решила устроить ей Харлем. Тут вот Hello Kitty такая рамочка, и тут вот такой стикер. Тут я написала, значит, сижу я в Ютубе, захожу на канал Полина Фокс, и там трансляция, я случайно попала. То есть, да, в том-то и дело, я просто смотрела видео, и там зашла на ее канал, и там трансляция, я просто как это... Не знаю, я так рада была. Я даже не знала, что у нее трансляции проходят. В общем-то, когда... Ну, рисовала этими фломастерами из Фикс Прайса. Когда слушала ее... Ну, смотрела, да, ее трансляцию. И также черновик такой. Там показано разбор. У нас вроде бы какая-то контролька была. Или что, я не помню. Потом до конца четверти 10 дней. И до конца... До конца четверти и до Нового года 15 дней.
И она сказала, трансляция т-т-т-т-т, я сразу же нарисовала плакатик, но трансляции так и не было, я не знаю, может, я ее неправильно поняла, может быть, в следующий вторник, так как там была трансляция во вторник, также тут стикер из Фикспресса. Да, тут у меня закарманенный карман, он просто вот вообще, видите, скотчем, я не знаю, видно вам или нет, он скотчем заклеен, поэтому я не знаю, что там, я не помню, что там. И две такие штучки, отличные, хорошо, наклейки. Потом это... Ой, что и как я это оформляла? Жесть, короче. Это у меня не было вдохновения. Тут я наклеила стикеры с Фикспрайса, написала такую вот, вот такую запись, да, и наклеила такой скотч, который некрасиво смотрится, и также наклейку Hello Kitty. Потом я написала кое-что тут, что сказал один человек. Потом мне покупали балетки вот в этот день, и это мой придуманный кармашек, я сама придумала. Они стоили 680. Ну, так как я хожу на танцы, может, кто-то знает, может, кто-то не знает. Поэтому, да, мы покупаем балетки. Ну, это естественно, мне кажется. И также ела такую вот сладость с карамелью от детский сувенир. Ну, от компании, да? И, да, тут Мишка такой, радуга, Hello Kitty и три таких пузырька. Ну, как пузырька, типа пузырька. Тут такая наклейка Винкс. Вы скажете, Лена, ты что, фанатик Винкс? Я не знаю, но мне они раньше нравились, я просто балдела от них. Ну, сейчас как-то не очень. Ну, потому что не то время. Так что про бумагу. Потом тут написано до конца четверти осталось 5 дней, до ярмарки осталось 5 дней. Нового года осталось 10 дней. Тут стикер, рамочка, апельсинка. Потом тут, я не знаю, вот. Это вот такая рамочка из стикера, также шапочки вырезка. И так-то мороженое, да, такое фирменное, я тоже вырезала. Завтра не учимся, вот тут написано. И тут чек из пальмара, губки, кошечка и наклейка. И также это мелками. Вам не видно, да, чуть-чуть так мелками? Ну, может, видно. Так, потом трамвай на троллейбус, Винкс опять. Просто такая наклейка, запись и тут... Мне подарили такого Деда Мороза, знаете, шоколадного, и там внутри киндер-сюрприз. Ну, то есть, наверное, не знаете. И там такая серия была, мне попался мышонок. И чек. Вот так вот это татуировка Hello Kitty, которую я купила в Литуале. Также три таких наклейки Angry Birds, котейка, и мы, ну, и мы танцевали на танцах, или как, выступали, да? И нам выдали вот таких вот... Вот такой вот, вот такую вот шоколадку, и я приклеила фантик. И потом снова 2015 годом, и тут написала про этот год, наклеила белую бумагу, вырезала снежинку и наклеила, как-то, сердечко, да, искра бумаги. И также немного фон мелками скрасила. Потом это искра бумаги сверху и снизу, и это стикер, тут у нас Винкс. Потом это... Мне подарили дневник Monster High 449 стоил. То купили в этом как-то Империя кукол. Мне подарили машинку для печатания наклеек. И это первая наклейка. Да, она немножко смялась, потому что там кое-что неправильно сделано, но потом наклейки вы увидите очень классные получались. Наклейки маленькие, наклейки, искра бумаги, вырезка, елочка, кексик и такой вот. Вырезка. И на этом я остановлюсь. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал и ждите третью часть. Всем пока!